Сотрудники налоговой службы получат доступ к банковским счетам частных лиц. Порядок осуществления доступа к этой конфиденциальной информации уже согласован в правительстве России. Как пишут ведомости, налоговики смогут в любое время запрашивать номера счетов, открытых на имя любого физического лица в том или ином банке. Смогут они получить и доступ к сведениям о движении средств и имеющейся на счете сумме денег. Но эту информацию сможет запросить глава службы, начальники региональных управлений инспекций и уполномоченные ими лица. И только в том случае, если в отношении лица инициирована проверка. Соответствующие поправки в налоговый кодекс и закон о банках Госдума планирует внести во время весенней сессии.